Художник с простым, вроде бы ничем не примечательным именем – Сергей Иванович Смирнов. Но о его живописных работах такого точно не скажешь. Они завораживают, от них невозможно оторвать взгляд. На них хочется смотреть еще и еще. И какой бы масштабной ни была персональная выставка художника, ее всегда мало. Так говорят коллеги и друзья Сергея Смирнова, один из которых, заслуженный художник России Виктор Орлов, и познакомил сотрудников Щелковского историко-художественного музея с творчеством мастера. Так выставка Сергея Смирнова, приуроченная к его 70-летию, оказалась в Щелкове. И это значит, что любителям искусства вообще и живописи в частности очень повезло. Сергей Смирнов – заслуженный художник России, профессор Московского художественного института имени Сурикова, который он и сам когда-то окончил, член Союза художников России. Сам он не смог приехать на открытие, но его полотна все рассказывают за него. На выставке в музее представлено более 40 работ в различных жанрах. Творчество Сергея Смирнова очень русское. Он пишет в традициях русской реалистической школы живописи, основоположниками которой были Шишкин, Левитан, Суриков, Куинджи. Его работы наполнены любовью к отечественной культуре, к русским пейзажам, народным праздникам и быту, природе Подмосковья и русского севера. Но особенно к Москве. Городские пейзажи старой Москвы – это большая часть полотен мастера. Он рос и учился в столице, и все эти работы родились на основе детских впечатлений, когда Москва была совсем не такой, какой мы ее видим сегодня. Он и сейчас живет и работает в Замоскворечье. Художник влюблен в Москву, и этот восторг передается его зрителям. Самый русский инструмент балалайка раскрасил выставку художника Сергея Смирнова музыкальными красками. Стоит добавить, что работы мастера находятся в музейных собраниях и частных коллекциях России, Германии, Англии, США, Франции и Швейцарии. Так что выставка в Щелкове, без сомнения, настоящее событие в культурной жизни. Сделайте себе подарок, приходите. Она будет работать в историко-художественном музее до 9 марта. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.